Попробуем, попробуем. Прощупаем эту ЦПшечку. Прощуп ЦП сделаем. Заданочки заодно все выполнятся. Вкусненькие. Буцы. Так, ну Твинс. А что с Твинсом произошло вообще? У него урон больше стал или нет? Что за эхо? Не знаю. Не должно быть никакого эхо. Должно быть все четко. Должно быть все по красоте. Так, пробуем. Пробуем. Бан, типа играют срезами от Винса в матчмейкинге. Серьезно? Бан, критов много, кстати, у Пульсара. Довольно большое количество критов залетает. Приятненько так прям. Прям очень приятненько. Когда столько криточков залетает. Выглядит прям супер. Когда ты бьешь и чисто одни криты. Крит, 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 крит. Как будто Твинс прям реально хорошо апнули. Прям прекрасно. Даже немножко в шоке. От такого приколдеса. Так, пробуем. Пробуем. Под раздачу какую-нибудь сыграть. Под респик. Точки у нас уже под захват все хорошо идут. Блин, прям реально много критов залетает. Чё за прикол? У меня только что было 3 крита подряд. Просто 3 криточка подряд залетело. Офигеть. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Реально апнули Твинса так жестко? Я даже и не знал, что его так приподняли. По-вкусному. Противник только особо не катает здесь. Противники бы еще бы потели бы, было бы жестко. Так, а сейчас вообще нет пульсара. Там было 3 подряд пульсара, а тут бам, и вообще нет пульсара. Еще и противник ливает скатки. Это значит, что мы за эту досрочку даже особо звезд не заработаем. Да? За досрочку быструю даже звезд не дают же. Правильно понимаю? Даже особо мне ничего не насыпят по ходу дела. Ман, Твинс хорош. Прям очень круто. Очень круто. Пока что, исходя из того, что я вижу, выглядит крутяк. Так, чел вжимается. Лалыча. Пробуем. Не дотянулся ни до кого, блин. Хотел зацепить двоих, не зацепил ни одного. Это, конечно, супер раздачка была. Овердрайва рабочая. Рабочая раздача. Рабочая. Вкуснятина. Пробуем. Так, ну как будто сейчас, если это будет быстрая досрочка, надо на Твинсе еще одну каточку сыграть. Как будто еще одну каточку можно скатать. Интересно себя показывает Твинс. Я даже немножечко не ожидал того, что так неплохо может наваливать. Пульсариус. Пульсариус. Как я понял, меньше 3 минут 0 звезд, 5 минут 2 звезды, 11 3 звезды. Но если ты катаешь быстрый бой, то вне зависимости от того, насколько быстро завершается катка, ты все равно получаешь звезду, да? Или 2 звезды. 2, наверное, звезды. Если ты катаешь... А, это с премкой 2. Без премки получается 1. Если ты катаешь быстрый бой. Вроде как так это работает. Если я не ошибаюсь. Вроде как так. Но в любом случае какой-то бонус должны давать. Бонусик. Бонусик должны давать. Так, победа. Вот сейчас смотрим, сколько. 2 мне дали. 2. 2 дали. А почему мне 2 дали? Он ничего не понял. У меня ж премки нету. Должна была быть 1, по идее.
пара. Какой-то бред со звездами. Да, непонятно, да. Блин, ну такую карту не хочется играть. Чем-нибудь бы поинтереснее бы. Такой карте прям грустно будет. Так, какую-нибудь такую вкусняшку. На такой карте будет прям супер. Неприятненько по ощущениям. Так, а мне тут вообще ТДМ надо было бы. ТДМ-очку мне надо. ТДМ очку, а тут надо осада ЦТФ. Ну ладно, если что, потом добьем. Ничего страшного. Приоритете-то на основе надо еще тушануть побольше. Как думаешь, стоит ли переходить на мышку? 100% да. В этой игре новичок сломает голову, удалит игру и больше не вернется, все запутано. Блин, ну ладно, давайте эту сыграем. Хоть это, конечно, моя не супер любимая карта. Ну, как будто бы пойдет. Попробуем. Попробуем скатать ее. Попробуем потянуть. Под пушингом легеньким сделаем движуху в рамках этого боя. Печечка дроповая приятная. Гаваспик у нас полетел. По жесткому. Полетик Феникса чилы оформляют. Так, а шафта у меня рез стоит, да? Отлично. Стар сработал, Лалыч сразу доработал. Приятно. Приятно. Привет, Вань, проверь еще твинца на заморозку. Ну, возможно, потом проверим. Посмотрим. Привет, Бабкин. Так, оверочка падает. Забираем. Попытка от возинга. Попыточка от возинга. Страховочку. Ага, противник быстро урабатывает. В троих оуди вкусный. В троих красивый овердрайв. Так, противничек на дефчике. Пытается что-то сделать. Шафт мне хило дал. Кто-то меня подхилил. Прыгаем. Страховка. Страховочка. Страховочку. Отлично, увозим. Увозим. Прекрасно. Твинс очень вкусный, и вчера криты каждую секунду по ощущениям летели. Ну вот сейчас у меня тоже с пульсара прям летят очень приятно криты. Очень приятненько криточки летят. Хотел Светлане флаг скинуть. То и там в ЦТФ-очке очки надо. А чучки надо в ЦТФ. Так, пробуем. Пробуем, пробуем. Джаггери запикался в группе с Адрика. По 1К тоже криты летят. Заминились уже. Пробуем. Пробуем. Где тут миночки? Кто тут миночки наставил? Вот это, дружок. Ага, урабатываем его. По-быстрому. Уработочку делаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успел чуть-чуть. Чуть-чуть не успев. Фриз будто бы стал больше нагибать. Фриз? Фриза тоже затестим. Попробуем, пощупаем. Посмотрим. Посмотрим на эту темочку. Страховочку этому бойцу сделаем. Затестишь вулкана, по ощущениям с пульсаром стал жесткий. Затестим, конечно. Пощупаем, все пощупаем. По возможности, что успеем, по времени все пощупаем. Опа. Лалыча бабки решили отжать. Давай-ка мы тогда отожмем эти деньги. Сучка. Не успел я забрать. Не успел забрать у него... баблицо. Пара, пара, пара. Пара, пара,
лучше Magnum Splash добавили. Ну, проверим, посмотрим. Насчет Магнума есть вопросы вообще. Фриз с адреналином под викинга, как будто уносит джагу за пару сек. Фризу тоже, да, криты вкусные добавили. Ну, это топчик. Это топчик, топчикс. Так, пробуем. Отлично. Но мне нравится, сколько пульсаров залетает Винса. Сколько критов залетает. Прям очень, очень достойно. Очень достойно. Очень достойно. Прям приятно. Блин. Второй раз не успеваю оверку вжать в типов. Как только кучкуются ребятки, так оверка не залетает. Так, 7,5 минут до конца, 13 киллов у меня уже есть. Ну, как будто здесь 30-ку можно выбить вообще в легкую, учитывая даже тот факт, что здесь карты не очень. Как будто выбить можно. Итог, привет. Пробуем. Пробуем. Сплэш очень хороший. У Твинса тоже стал. Сплэшом можно тоже очень некисло накидывать. Приятно. Приятную накидочку можно оформлять. Так, Лалыч пытается дернуть. Лалыч. Легенда. Страховочка легенды. Бежит легенда по жесткому. Надеюсь, его там никто не обрежет. Легендарного не обрежет. Отлично. Три противника под открывашку. Пробуем. Отличный оудишникс. Троих вкусняшка. Так, и здесь миночки от Теслочки. Бам, у меня рабочий резист, ребятки. Смотрите, резист, но новая мета резист. Рельса, шафт и Тесла. Можно еще вместо рельсы поставить какой-нибудь там смоки условно. Но это прям вообще новая мета. Новая мета, ребяточки. От Теслы просто 24 на 7 резист нужен. От шафта по ощущениям тоже. И остается только добавку найти третий резист. По типу там смоки какой-нибудь. Смока, либо гром, либо рельса. Ну, в зависимости от катки. Как будто вообще топчик. Бомбочка под мамонтулю залетела. Красиво спрятались. Ну, чел. Чуть-чуть блокшотика мне решил дать. Контентового. Так, пробуем поднакидать вот по этому бойцу. Отлично, его респят. Так, Тесла тут уже линию делает. Тесла с линейкой. Угу. Блин, и залетает мне. Я тебя слушал, но вчера админ качнул рез. Админ? Но это правильное решение, если что. Это правильное решение качнуть админ сейчас резист, потому что минеров будет очень много. И потом резист отмен будет очень полезен на дистанции. Поэтому, по сути, это правильное решение качнуть рез отмен. Так, отлично. Еще. Попробуем по респам чисто погонять типов. Просто по респику. Ага, шарела мне в голову. Блин, почему вот пульсар сработал не секунду ранее? Одну секунду раньше бы пульсар сработал, и чел бы обломался бы со своим овердрайвом. Так, Лалыч, попытка отвозинга. Лалыча респит. Или он там сам в минус упал. Володь, привет, дела хорошо, спасибо, здорово. На броненосца на контрактах забирать.
Ну, как будто можно, да. Как будто можно его оттуда забрать. Так. Есть овердрайв. Так, вернут. Дальше вернули. Отлично. И теперь мы чисто красиво под центрик увозинг делаем. Вкусненький под центр увоз. Просто по-красивому. Сработала темочка. Обманочка вкусненькая. Отработалась. Что по планам? По планам море, море, море. Расскажи, что обновили. Баланс обновили, Тёмыч. Можешь видос посмотреть вчерашний. Или позавчерашний. Позавчерашний видос. Так, 22 килочка. Твинс поменялся, Гром поменялся, Магнум, Гаус, Сплэш у этих пушек стал лучше. Говорят, что Вулкан стал критовать больше, плюс Фриз стал лучше критовать. Надо все смотреть, тестить, как оно работает. Много всяких изменений. Парам-парам-парам-пам. Краска красивее, чем твой увоз? Блин. Вот так вот, да? Зендыч, здорово. Чё на твинсе? Тестируем твинса с пульсарчиком. Тестируем твинса в новом балансе. Если честно, смотрится прям круто. Смотрится прям круто. Комбинация такая вот интересненькая. Прям очень неплохо по накидочке работает. 24 кила уже. Плюс... под увозинг, сколько моментов реализовали. Вообще кайф. Считаешь, стоит проходить контракты и как они работают? Да, стоит. Фармишь очки, потом очки меняешь на призы, которые ты хочешь. Заключаешь с танками контракт и за определенное количество очков выкупаешь тот или иной предмет. Это либо устройство, либо ключи, либо броник. В зависимости от того, что ты хочешь. Что ты хочешь. 100% стоит лучше, чем танкофонд. Но в зависимости от того, сколько там можно будет зафармить этих очков. Вопрос в этом. Сколько там зафармить можно будет. Этого всего добра. Так, Тесла прям очень много шариков как-то пускает. Не, он так не кажется. Как будто у чела бесконечные шарики. Пробуем на широкую еще от фриза дать, пока он зацепился. Отлично, еще и его разобрали. 27 киллов уже. Есть шанс прожать сейчас неплохой оуди под раскрутку. Так, либо под тиммейта страховочку сыграть. Тиммейт пробует. Нет, у тиммейта вернули или что? А, нет, он увез. Четко. Четко, страховка сработала. 35 секунд до конца. Есть дроповая аптечка. Забираем дроповую. И нам надо еще один овердрайв хороший какой-то прожать. Просто подъезжал его в противничка. Подраздать какой-то грязючки надо. Блин, нету хп. Но успеваю хотя бы одного еще забрать. 31 килл на твинсе с пульсаром. Ну блин, ну супер. Супер, супер. 5-0 каточка на моей самой нелюбимой карте в CTF. Вообще жестко. И по звездам 4 звезды только. 4 только звездочки залетело. Бомба, класс.